Леса построены в два этажа. Вот уже сколько обложили и заканчивают. Ну вот и приехали мне окна. Будем с окнами. Вот какие у нас окна. И вот стеклопакеты затонированы. Что уже у нас с этой стеной? Закрепили дюбелями и получился долматинец. Ну что, сегодня будем уже с окнами и с дверями. А сегодня у нас снова дождь был. Николай, он занимается косметическими работами. Какими? Привет. Что ты делаешь? Ну, как бы все залито, а тут, чтобы накрывать рубероидом, надо вот эти по периметру сделать вот такой скосик. Бортик под 45 градусов. Ну, не бортик, скосик. Надо же накрыть хотя бы одним слоем рубероида. Николай заливает порог. Под окном вот этот порожок, потому что на него наступает. Ну, это вообще-то дверь. Да, это ж дверь. Вот так, только мы закончили с Виктором настилать эту гидроизоляцию, и начался вот уже дождь. Во, как раз, ну буквально нам подсчитало. Сегодня думал вот уже настилать вот такой верхний слой рубероида. Он, видите, вот с такой крошкой уже получается. Но у меня закончился газ, так что, увы, не получилось. Так что на сегодня у меня работы нет, а ребята доделывают окно на втором этаже. Вот как мы видим, оно уже здесь стоит. Уплотнители ставят на стекла. Ну и будет все нормально. Все полезнее. Так что вот так. Процесс продолжается. Смотрите канал Трепанация. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. И удачи всем. И до встречи. Пока.